Віта! Постой, Віта, постой! Что? Человеческая рука вся в кровище. Держится за переднее колесо. Ох ты, господи. Как она могла там зацепиться? Давай, убирай там все, мне ехать надо. Тише, я не буду. Ты дурной? Мне нужно к Вите ехать. Я не могу, я блевану. Зенька, если я не поймаю Виту, мы с тобой сядем надолго. А вот когда сядем, тогда и наблюешься. А сейчас ноги в руки, подчищаешь там все, а мне отдаешь свою машину. И ждет Адольфа. Ну да, да, да. Ну, приблизительно так. Что это? Мне мешок нужен во что-нибудь засунуть. Я тебя спрошу, что это? Ой, лучше не смотри. Зенька, ты с дуба рухнул! Откуда ты выкопал эту руку? Не спрашивай лучше, из-под машины! Из-под какой машины? Из-под какой? Из-под той самой! Зенька, я тебе точно говорю, нас посадят! Какого хрена нужно было волочь сюда эту мертвячину? А куда мне ее прикажешь нести? Куда выбросить? Где? На улице кинуть? Не знаю, в лес, в речку закинуть, куда хочешь!